эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Приближается День работников автомобильного и городского транспорта. Профессиональный праздник отметили в Видновском троллейбусном парке. Транспорт всегда перевозил людей. Мы на это дело с вами имеем мобилизационный план. Дороги нашего города стали еще более удобными, а главное, безопасными для пешеходов. Нам были направлены списки с адресами, перечнем и видами работ. Увидеть величественную красоту своими глазами члены общества инвалидов побывали на экскурсии в Санкт-Петербурге. Погода была замечательная, нагуляли, впечатление масса. В Видновском троллейбусном парке прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников автомобильного и городского транспорта. В конференц-зале предприятия водителям за добросовестный труд были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечается День работника автомобильного и городского транспорта, или, как говорят в народе, День автомобилиста. В преддверии праздника в Видновском троллейбусном парке состоялось торжественное мероприятие, на котором почетные гости поздравили коллектив предприятия. Я не понаслышке знаю, что такое крупное предприятие, в котором много единиц техники. Что это и работа механиков, и работа диспетчеров, и работа контролеров, и работа водителей, и работа управленческого персонала. Все это вместе дает вот такой результат, который мы видим. За это вам огромное спасибо, за вот такую слаженную работу. Сейчас на предприятии трудятся 143 сотрудника, из них 78 – жители города Видное. Очень хороший коллектив, руководство хорошее. Посоветовал тоже друзьям сюда прийти, кто вот работал, с кем работал вот раньше тоже. Ежедневно на линию выходят 14 единиц транспорта по 4 маршрутам. Рабочий день водителя Галины Семкиной начинается в 5 утра, а заканчивается в 8 вечера. Несмотря на такой тяжелый график, Галина признается, что влюблена в свою профессию и никем другим себя не видит. Поток пассажиров вдохновляет. Все-таки люди как... Мне нравится моя работа. Ну и кто работает, наверное, всем нравится работа, потому что они, чтобы пойти на эту тяжелую работу, надо, конечно, мне кажется, влюбиться в эту профессию. Директор Видновского троллейбусного парка Ольга Киндина, поздравляя своих сотрудников, отметила, что слаженная и продуктивная работа предприятия – это заслуга дружного коллектива. Транспорт всегда перевозил людей. Мы на это дело с вами имеем мобилизационный план. Мы на это с вами дело имеем задание администрации, что в любое время дня и ночи мы должны быть на месте. За добросовестный труд и вклад в развитие автотранспортной отрасли муниципалитета сотрудникам троллейбусного парка были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от главы Ленинского городского округа. Также поздравил водителей депутат Совета депутатов Олег Федоров. Действительно, с троллейбусом меня очень многое связывает. Это действительно тот вид транспорта, который не только полюбился, да, жителям нашего города, но и который сплотил и объединил такой замечательный коллектив. Кто его знает, не было бы троллейбусного парка, может быть, и не было возможности трудиться в этом коллективе, познакомиться с такими замечательными людьми. Водитель общественного транспорта – профессия сложная и ответственная, и, как любая другая, заслуживает уважения. Ведь троллейбусы прочно вошли в жизнь видновчан благодаря удобству передвижения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Многие жители уже успели заметить, что на некоторых улицах Видного перед пешеходными переходами занизили бордюрный камень, а также появились желтые тактильные плитки. Все эти новшества – результат реализации областной программы «Доступная среда». Оценила их удобство наша съемочная группа. Созданию комфортной и доступной среды для маломобильных групп населения в городах в последнее время уделяется много внимания. Повсеместно устанавливаются пандусы, занижается бордюрный камень, а также укладывается тактильная плитка для слабовидящих. В Ленинском городском округе работы проводятся в рамках областной программы «Доступная среда», которая реализуется в Подмосковье уже 5-й год. Работы проводятся и будут проводиться на 111 объектов на всей территории. Около 46 объектов будут оснащены тактильной плиткой,
На всех оставшихся будет понижен бортовой камень и проведены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. 75% адресов предоставила администрация муниципалитета, остальные были включены по результатам обработки обращения на портал «Добродел». Предварительно соцотдел администрации проводил работу с инвалидами, после чего нам были направлены списки с адресами, перечнем и видами работ, которые надо произвести на объектах. На данный момент уже выполнено 70% плана. Заниженный бордюрный камень и тактильная плитка появились на основных улицах города. Сейчас подрядная организация устанавливает тактильную плитку на проспекте Ленинского комсомола у жилых домов. Жители положительно относятся к новшествам. Мне нравится. Нормально все делают. Где что-то это как сломан, подделывают. Это замечательно. То, что несет удобство людям, все приветствуется. Кстати, впервые тактильная плитка появилась в Японии в городе Окаяма в 1967 году. С тех пор во многих странах она используется для создания доступной среды для слабовидящих жителей. Перед пешеходными переходами, как правило, устанавливают плитку с продольными насечками, указывающими направление. На остановках – предупреждающую плитку с круглыми насечками. Все работы в Ленинском городском округе планируется закончить до 10 ноября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В городе Видное прошел мониторинг работы валидаторов в транспорте. Члены общественной палаты заходили в автобусы и маршрутки и пытались расплатиться за проезд банковскими картами. Удалось ли им это? А также об остальных нюансах рейда узнаем у нашего корреспондента Юлии Погосян. Конечная автобусная остановка в Расторгуеве – крупный хаб города Видное. Отсюда отходят множество маршрутов. Общественники решили проверить слухи, правда ли в транспорте не работают валидаторы. Жители периодически жалуются, поэтому мы сегодня вот вышли, как говорится, на общественный мониторинг проверить, есть ли такой или нет. Спасибо большое. А бывает, что проблемы с ним у вас? Ну, когда бывает, мы пассажиров не высаживаем, возим бесплатно. Оплатить проезд подмосковные пассажиры могут наличными, банковской картой или картой «Стрелка». Для покупки билета электронным способом в транспорте предусмотрены валидаторы. Они могут быть стационарными, как в большинстве автобусов и маршруток регионального перевозчика «Мострансавто», или переносными. Их зачастую используют частные компании, которые и грешат неисправностью автоматов. Бывает часто на 379-м. Вот вчера, кстати, случай был. Очень многие жаловались. Если не проходят, деньги не берут. Если валидатор не работает, водитель обязан предоставить пассажиру бесплатный проезд. В противном случае предусмотрит штраф. Если выясняется, что аппарат не работает, водитель должен предпринять все меры для замены этого аппарата на новый. То есть он не имеет права работы на маршруте с неисправным аппаратом безналичной оплаты. Если это происходит в пути, но существует такая мера, как бы пассажир не должен страдать от этого и должен ехать бесплатно. Однако члены общественной палаты совместно с представителями администрации Ленинского городского округа в рейд вышли не просто так. В сети интернет появляется множество жалоб на то, что водители требуют оплачивать проезд наличными, а это значительно дороже, чем электронный билет. Шоферы ссылаются на неисправность автомата и, кажется, совершенно забывают об административной ответственности. По великой случайности или благодаря сарафанному радио, что ведется съемка телевидением, но нам так и не удалось поймать нарушителей. В каждом общественном транспорте, где участники рейда проводили мониторинг, валидаторы оказались рабочими. На маршруте 10-19 свой работ, валидатор активен. Стало понятным с сегодняшнего рейда, что если и бывают связанные проблемы, то они связаны с отсутствием связи валидатора с их системой обработки платежей. Вот. Связь идет через интернет, на многих остановках как бы эта связь, ее просто может быть нет. Еще существует вероятность того, что у них подвисают эти приемники безнальных платежей, вот, и они там пока не успеют перезагрузить их.
Руководство компании-перевозчика в силах следить за качеством работы своих водителей. По закону в каждом общественном транспорте должны быть установлены камеры видеонаблюдения. Но не во всех проверенных маршрутках они оказались. Федеральная служба существует, Ространснадзор, которая следит за выполнением законодательства в сфере транспорта и осуществляет периодические рейды и штрафует перевозчиков за нарушение законодательства. Мы сами в силах сэкономить свои деньги и сохранить нервные клетки. Просто надо лучше знать законы. Не работает валидатор, едем бесплатно и сообщаем о нарушении. Можно напрямую в Общественную палату Ленинского городского округа. Ее члены намерены продолжать мониторинг. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Видновская районная клиническая больница вновь перешла на работу с больными COVID-19. Но, несмотря на это, в стационар поступают больные, которым требуется неотложная помощь. В том числе здесь проводятся операции. Так была сделана срочная операция по эндопротезированию тазобедренного сустава. Пациентку обследовали узкие специалисты и прооперировали. К слову, женщина – жительница Подольского городского округа. Недавно попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Процент поражения легких нам известен. 25%. Она лежала в Подольской городской больнице в инфекционном отделении с подтвержденным ковидом. Результат положительный. Женщину выписали на долечивание домой, но она получила травму – перелом шейки бедра. В связи с тем, что коронавирус не был излечен до конца, ее отправили в Видновскую районную клиническую больницу. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Один из видновских предпринимателей Андрей Макалкин помог осуществить мечту членов общества инвалидов съездить на экскурсию в Санкт-Петербург. Он узнал об их желании из сюжета на нашем телеканале, который мы снимали ранее. Теперь участники поездки поделились своими впечатлениями о путешествии. Подробности у Дмитрия Книги. Посетить один из самых красивых городов Европы, Санкт-Петербург, было давней мечтой членов общества инвалидов. Зная об этом, председатель организации Наталья Рящина приняла участие в конкурсе на соискание премии губернатора «Мы рядом», чтобы потратить часть возможного выигрыша на исполнение желания своих подопечных. Предприниматель Андрей Макалкин увидел этот сюжет и позвонил. И говорит: «А давай исполним мечту. Отвезем ребят в Петербург». И за 2 дня мы собрали вещи, взяли с собой позитив, хорошее настроение и отправились в Петербург. 3-дневная поездка 12 членов общества инвалидов и их сопровождающих произвела на всех неизгладимое впечатление. Теперь ребята с радостью делятся воспоминаниями и фотографиями. Мы с радостью поехали в Петергоф из Видного. Погода была замечательная, нагуляли, впечатление масса. Все очень красиво, все работало в это время еще в Петергофе. А на следующий день гуляли по Петербургу. Благодарю всех организаторов за поездку. Я хочу очень вернуться в Питер. Очень понравился город. Я была там совсем еще, когда маленькая была. Но сейчас это вообще совершенно другие ощущения, другие чувства. По-другому на все смотришь. Экскурсия оказалась очень насыщенной. Делегация из Ленинского округа посетила все главные достопримечательности северной столицы. Петергоф, Русский музей, музей Фаберже и, конечно же, Эрмитаж. Видела знаменитые часы «Павлин». Золотые часы. Там сова, павлин и петух. Вот. Ну, всякие картины там понравились. Очень красивые и очень большой дворец. Хочу сказать огромное спасибо Андрею Макалкину, потому что за такую поездку шикарную, то, что наши дети повидали этот необыкновенный город. Мы повидали очень много всяких музеев, посмотрели самую важную улицу, на которой как бы все происходит. Вот. Вообще было все здорово и замечательно. Сам Андрей Макалкин познакомился с членами общества инвалидов в этом путешествии. По его мнению, представители бизнеса должны быть социально ориентированы, если имеют такую возможность. Я считаю, что этим людям нужно помогать, потому что у самих не хватает возможностей. И, соответственно, хочу помогать. И вот сейчас возникло еще, хотим поехать по Золотому кольцу опять же с ними. Очень позитивные люди, несмотря на то, что какие-то у них ограниченные возможности, инвалиды. Мне очень самому понравилось, надеюсь, им тоже понравилось.
Члены общества инвалидов выражают огромную благодарность за организацию поездки. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!